«Не занимай у друга и не одалживай другу. Долг, словно ножницы, разрезает дружбу». Да. Если ты вступаешь в какие-то денежные или долговые отношения друг с другом, это обрывает связь между вами и ставит ее на материальную основу. Уже вы перестаете быть друзьями. Ну вот на самом деле, чем взять где-то в банке под проценты и так далее, я обращусь к другу, он близкий мой друг. Я у него займу деньги на какое-то время. Вырезаются тут же другие отношения. То есть это однозначно войдет? Однозначно, абсолютно. С самым близким другом и родственником? Неважно кто. Да. То есть вы считаете, лучше взять со стороны где-то в банке или где-то суду, чем взять у самого близкого человека? Друг для того, чтобы любить, а банк для того, чтобы занимать и отдавать. А почему это происходит, вы можете сказать? А потому что это два разных уровня общения. И не может быть они одновременно. То есть друг именно вот для того, чтобы вы сказали любить, да, вот да. Этого состояния. А то общение какое, займи мне деньги, по любви все-таки, мы с тобой такие. Почему так... по любви? Никакой любви здесь нет. Здесь есть какая-то выгода или... Это никакая не любовь. Я его этим использую как-то вообще, нашу дружбу? Конечно. Да? Да. Ему неудобно отказать и так далее. Нет, нельзя этого делать. Нельзя.